В Югру поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Наталья Комарова. Так, в соответствии с планом Министерства здравоохранения страны, в марте в регион поступили 12 700 доз спутника ВИ. А в период с 1 по 21 апреля округ получит еще 18 600 доз препарата. Отмечу, по состоянию на 30 марта прививки сделали 60 320 югорчан. Полностью завершили вакцинацию свыше 47,5 тысяч. При этом глава региона напомнила жителям округа о необходимости соблюдать масочный режим. По мнению министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаила Альбертовича, граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования коллективного иммунитета. Маски в этом случае защищают наших близких, окружающих от возможного инфицирования, в том числе от сезонных, острых, респираторных вирусных инфекций.